Всем добра! Добро пожаловать, поклонники спорта! Мы представляем вам Blood Bowl. Погода хорошая. Мы играем против клана SAS. И этот SAS сделает у нас, надеюсь, отсас. Что у него? У него тут на самом деле серьезный, да, конкурент. О, вы посмотрите на этого молодого человека. Мы... Полила слабенький, да, у тебя? 5000. 5000 годится. У нас Кичи, кстати, пропускает, да, матч, кто не в курсе, так что фалить мы не сможем. А очень хочется. Пяточки у нас нету, к сожалению. И вот прям вот это наша цель, да, убить. Вторая лодка, ловкость, четвертая сила. Будет очень тяжело. Сразу говорю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, надо запомнить, что по линии 9 игроков. 10, 11, 12. Два запасных, да? Понятно, понятно. А, у него 3 черка, то есть у него пропускает черк. Наша задача на сегодня убить ему вот этого игрока, да? 1250 он, наверное, стоит, не меньше. Может, даже и больше, да? И это, кстати, еще 6 уровень. Он еще что-то наролит. Но это прям жесть, как она есть. И все, то есть тебя можно убить. Ну вот, можно тебя тоже убить. Но как бы не так обидно будет ему. Ожидание выбора игрока. Время идет. Смотри, вон он на троечку поймал, да? То есть это 3 минус 1. Ему 2 плюс. Вообще халява. Угу, МБшка, да, сейчас получим. Ну, так уж справится мне. В принципе, по МБ, да, у него не так много, всего 3. Но по большому счету это достаточно. Вот он и без МБ неплохо, да, справляется. 11. Два удара, два пробоя. Что у нас по третьему? Ага, и травма. Матч перестает быть томным, да, я так смотрю. Начало меня уже интригует. Куда он блицевать будет? Сюда, скорее всего. С этой стороны неудобно. Наверное, сюда, да? В альфа. Кого убивать? Вопрос, да? То есть, вообще, по идее, надо... Будет вырываться. И как будто бы сюда. А, нет. То есть у него гардов мало, да? То есть надо... Ну вот здесь можно поставить. Да, два. Гарда. С другой стороны, можно просто не давать ему проходить вперед. Но проблема заключается в том, что с таким убийцем, да, меченосцем, это такое себе удовольствие. Можно здесь поставить, сюда блицануть. Да, здесь так зажать. Давай попробуем. То есть встаем так. Размен такой себе на самом деле. Может, не стоит. Ну, здесь можно так встать. Давай ударим, посмотрим. То есть побьем ему лицо. Хочется блицера, да, какого-то убить. А здесь потом двух на одного повесим. На крайний случай. Да. Допустим, так встанем как-то. Даже так хреново. Раз, два, три, четыре. Да. Потому что я хочу вот так ударить. Тут у меня склопцы будет удар, да?
Ну, допустим, да, вот так мы встанем. А здесь сюда, чтобы вы не могли пробежать. Если ты здесь валишь воина. Ну, теоретически он может здесь, да, повалить Митюху. Но будет непросто, да, ему. Тут даже не пробил. Плюс мне надо козлов поднять как-то. В принципе, нормально. Здесь... налево не убежать. Нет, его не... Понятное дело, он будет направо перебираться. Здесь я смогу ударить с клавсы. Ударить еще раз. Одного я освобожу. Плюс у меня удар дополнительный с клавсы, да, появляется. Блицовать здесь будем. 2-1. Не, ну если так он будет бить, конечно, то это... такое себе удовольствие. Но это хорошо, да? Значит, он здесь, скорее всего, по лицу получит. Митюха. Как бы на Митюху, конечно, надежды немного, но она все равно есть. Также хорошо, что здесь он уже не разобьет, да? То есть тут как-то теоретически разруливалось через гарды. То есть поставить сюда гард. Сюда этим гардом блицануть. Если валишь, не валишь, подойти. Тогда у тебя два ассиста минус ассист, да? Ну, как-то там ударить. И потом сюда. Но он решил, он просто хотел мне защитника выбивать. Поэтому я и буду всем брать защитников. Всем моим новым козлам мы будем играть через защитника. И, наверное, блок. Посмотрим. У меня уже есть, в принципе, идея, как мне играть в следующем сезоне. Какую команду строить. Три у ворота, может, он себе шею сломает. На худой конец у нас будет удар вот в этого чёрка, да? Отлично. В принципе, нормально. Митюху подведем, да? Здесь поставим воина. Подожди, не торопись. Митюху подведем. Куда мы блицевать будем? Так. Тут центр у меня пустой, да, остается. Давай, может, зажмем их здесь. Здесь просто отбор у него есть, да? Здесь мы воина переведем. Давай посмотрим, что у нас тут. Давай, клавсу мы оставляем. Не подходим, да? Ни хрена не пробиваем. Отлично. Теперь здесь встаем, чтобы он не перебежал никуда, да? Отлично. Теперь уже они могут добраться. Соответственно, можно здесь вот таким образом встать. Ну и здесь попытаться убить. Да, в принципе, крепкая стойка очень неприятный персонаж. Да, и получу я в ответ. Уклониться или нет? Вот в чем вопрос. Да, тут с МБ прилетит, может. Раз, два, три, четыре. Да, давай уклонюсь. Здесь лучше удары. Так, теперь здесь. Сюда можно встать. Чтоб ты никуда не убежал, да? Или здесь прикрыть. То есть... непонятно. Клавсу может полететь, да? То есть... как будто бы надо вставать. Сколько у меня тут? Два игрока, три. Пробито. Да, он налево, скорее всего, будет уходить, поэтому надо лево крепить. Три рерола, в принципе, реролим. Нормально все. А тут лежим, чтобы ему мешать сюда бить. Тут теоретически ему ассист, да, надо давать.
Если здесь встает, он по лицу получит склавцы. Если такой расклад... Ну нет, на самом деле клавса хорошо стоит, она перекрывает. Да, тут ему надо будет кучу ассистов дать. Нормально. А с клавсы лучше куда-то быть самой. Ну, стоим, да? Никуда не подходим. Тут мы ударим. Тут мы ассист ударим. Тебя можем вытолкнуть, да, дать ассист тебе ударить. Если проход, да, есть, ну, тут проход, конечно. Если сюда удар неприятный. Но тут он особо ничего не построит. Здесь ты ударишь, да, ну, такое все. Да, не пойдет. Угу, то есть вот так вот ты, да, значит, решил. Понял тебя. То есть два ассиста надо давать. Раз, два, три. Did you know, bathroom facilities пока что сюда можем залететь по Марсу. А, ты решил так сделать. Ну окей. Ну не пробил, спасибо. Здесь... Ну, здесь, наверное, сюда, да, ставлю. Здесь третья сила, то есть мы закрываем, так. Пока что в целом все хорошо. Тут встаешь, по лицу получаешь. Уворачиваешься, да? Не ломает шею себе, не хочет, да? Здесь я вот с козлом, наверное, тебя поставлю. То есть тут поднимаемся. Встали здесь. Выталкивания нету, да? Тут мы вот таким образом встаем, вас закрываем. Ты пустой, да? То есть ты встаешь тут с тобой. Все, они друг другу дают защиту, да? И вот очень удобно с защитником с четвертой силой стоять. То есть они даже в один куб ударить не могут. Теперь здесь бьем, смотрим результат. Я бы даже приролил, наверное. Потому что если я его убью, будет хорошо, да? Сюда отталкивать или сюда? Здесь ты гард какой-то даешь, да? Давай, ладно, сюда. Угу, клавца не пробил, не понимаю, да? Так, ну давай встаем тогда так. А, подожди, ты дашь ассист здесь, да? Что, у него отборов хватает на самом деле. Здесь надо так закрыть. Тут ударить, посмотреть. Даже 2-2, да? То есть у него нету блока, и все равно вот такая хрень получается. Но я тебя здесь оставляю, наверное, да? То есть ты не уберешься. Я по тебе хочу еще раз клавсы ударить. Крепкую стойку ты вряд ли отожмешь, да? Или тебе уже страшно? На самом деле надо ему отжимать, да. Ну, давай тогда его направо вот подальше туда запихнем. И здесь закрываем вот таким образом. Ну, гардами я его обжал как-то, да? Два на мече. Одного он сможет снять. Минус этот самый, да? Минус один, плюс один. Сюда ассист. Но это только шестерки годится. Здесь у меня, в принципе, удары есть. У него нету красной, да? То есть сюда надо как будто ставить. Сюда, что ли, он блицевать будет? А сюда бить? Непонятно.
Мне не везет с кубами, да, здесь не повалил, здесь пришлось реролить. Да, вот он. Да, без пробоя. Ну, естественно. Я просто не понимаю. У меня, блядь, клавса нихуя не летит. Даже не то, что клавса, просто нету кубов. А он находит. Ну, все, заебись. Меченосцем просто бьет и все, да? Ну, хорошо. Бы в мяч у меня будут. Не выглядит, да, что будет кубы в мяч. Сюда надо будет бить. Здесь удар, тут удар. Тут можно в один куб будет ударить. Угу. Здесь у меня удар тоже будет. Да, сюда буду бить. Тоже неприятно. Тоже пробой, да? У него вообще все идеально. Давай в красную тогда уже кидай, че. Нормально. Просто развалил меня. Что, поехали, смотрим. Здесь надо уже воина освобождать, да, получается? Вначале здесь надо, да? Тебя ушатать. Спасибо. Ну, ловца, да. Клавса какая клавса? Не слышали. Здесь еще с блоком, да, удар есть. Вопрос только куда? Наверное, вот сюда надо будет ударить. Угу. Стоим, получается, да? Или отталкиваем? Ладно, давай отпустим. Теперь, наверное, так ударим. Повалили, подошли, да. На себе будем держать двух игроков. Ну и тут удар. Повалили. Подойти еще трех задержать. Ну давай попробуем. Травма, наконец-то, Митюха. Да, ему еще два опыта надо. И тут пытаемся уклониться. Последний реролл, да, пошел. Вопрос, здесь уклоняться или нет? Как будто бы... Ну... СМБ не хочется, да, получать? А риск, что он меня ушатает, большой, да? То есть смотри, у него сколько всего игроков свободных? У него всего 4 игрока свободных. Одним он ударит, останется 3 игрока. А если я упаду, я ему освобождаю игроков, он здесь валит и уходит, да? Как будто бы надо пережить Потапычу этот удар здесь. Здесь, да, только у него один куб, это надо ассист какой-то давать. Как будто бы вот так, да, вставать здесь, бить. Тебя сюда переводить. Это про что я говорил, что здесь, в принципе.
Если у меня все хорошо будет, я всегда смогу воинам подойти и ударить, да, козлом сюда вот куда-нибудь положить. Ну, все стрелки хотя бы раз дай мне, пожалуйста. Ну, допустим, да, мы одного вот это вытерпели. Остается у него еще три игрока свободно. Где-то здесь делать клетку он будет. Ну, как будто бы окей, да? То есть тебя повалит, если... Но это еще один, да, всего лишь? А, ну, как я и сказал, да. То есть здесь ударишь. Повалил, да? У него все хорошо пока что. А вот что подошел, это интересно. Он вообще в стрелке не знает, что такое, да? Сюда он может затолкать, да? Сюда я не хочу. Сюда ударим. Здесь удар, да, есть. Как будто бы сюда надо вообще бить. Здесь стану ударю тогда. Ударю. Раз, два, зайду вот сюда. Да, если здесь валю, тебя завожу. Тут бью как-то по марчу, наверное. Я вообще в шоке, вот честно. Но можно хотя бы стрелки чуть-чуть тоже покидать? Или не получится? Ладно, здесь тогда встаем. Сюда блицуем, да? Зажимаем его. Тут тоже встаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? То есть есть варианты. Тут я встаю вот сюда, естественно, я не подхожу, да? Один-один. Спасибо, игра. Игра прям радует меня. Тут что? Тут мы получаем по лицу. Так встать или так? На клетку ниже, да, надо было встать. Ошибка. Мне сейчас прилетит убиватору. А здесь таким образом встать, что ты сможешь ударить, да, допустим, ударил, подошел, здесь третья на третью силу, давай сюда марчим, здесь я даже бить не буду, потому что у меня ассистов нет, да, падать мне нельзя. Тут у него один куб, да, здесь один куб, здесь один куб. Тут красные везде. Если ты валишь, то тогда у тебя один куб здесь. Если валишь... А, даже если толкаешь, то один куб здесь. Можешь ударить сюда, да? Удар. И уходишь в закат. Но мы как будто бы догоняем. Блок его устраивает. Ну, допустим. Ситуация у него очень хреновая, да? То есть здесь два рывка делать, чтобы ударить и освободить черка или бить в один куб. Ну, такое себе. Это мне еще не везет очень сильно с кубами. На секундочку, да? And would rather play with action figures instead. This has nothing to do with him bad-mouthing me in that last issue, of course. И вот его грызет, да, сюда дать ассист, как бы. Хочется. Ну, смотри, да, он дает ассист. Вместо того, чтобы разруливать ситуацию. Какую-то. А, так вот ты решил уклониться, да? Прервалил, да, гадь?
Ну, стоим. Один реролл потратили. Ну, допустим. Но это не блиц, да, был? Блиц сюда будет. Отлично. Неужели это второй реролл он тратит? Неприятно. Еще и пробил, да? Могучий удар сработал. Ну, мне бы так заходили травмы, как ему, конечно. Просто стер мне всю команду, да? Потратил два рерола. Мне кажется, он здесь помарчит. Конечно, это да. Кто у тебя здесь? У тебя все еще один куб. Так, два куба у тебя будет. Здесь блицуем тобой, будем подходить. Здесь что пробил, это, конечно, неприятно. Преследует, интересно. Ну, лицевать сюда, да, как будто бы надо. Здесь ударим. Тут Митюха терпит, стоит. Два раза я бить не хочу. Да. Хорошо. Наконец-то, да? То есть сюда дадим ассист. Наверное, сюда лучше. Просто седьмой ход, ему надо будет забегать в следующий ход. Возможно, тебя лучше отвести. Но это явно не аптечка, да? На нулевого блицера. А, аптечка. Здесь мы отведем тебя. Так, чтоб не могли, да, в тебя влететь. А здесь ставим таким образом. Чтобы оставался, да, открытый. Смотри, кидая наверх. Бью здесь и вешаю тебя тоже, да, на него. Да, то есть здесь я не подхожу, здесь я стою. Здесь стоим, да, получается. То есть сейчас, если я кидаю один или два, положение намного ухудшается. Соответственно, просто встаем, да, получаем по лицу. Получаем травмы. Но мы должны тоже травмы наносить. Пока что мы их не наносим. То есть мы вон два удара сделали, да? Сколько он сделал, допустим, раз, два, три, шесть. Ну, я ему дал два ударов, конечно. Но он бил без МБ в основном, да? Там один или два удара было с МБ. Здесь это кто ударил, вот я не пойму. Надкракер. И вот здесь ошибка, да, была, как будто бы. Сейчас я бы стрелки прожал.
И он бы помарчил мне игрока. Ну, то есть Митюха бы помарчил меченосца. Если бы стрелки. Но у него стрелки просто не выпадают. Вот. Если стрелки не выпадают, что я могу с этим поделать, да? Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон здесь стоит седьмой ход. Блицевать сюда надо будет. Ребята, он помарчит, да? Ну, ему тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Два рывка надо сделать. Тут мы будем уклоняться и марчить, но если здесь только повалим. Тогда сюда. А, ну если так, окей, да, я понял. Если такие уклонения, то вопросов нету. Да. Может ли он вытолкать? Сюда ударил так, сюда ударил так, как-то блицанул, да? Теоретически может. Помарчить тебя. Ну, марчить рановато, да, надо понять, что у нас здесь будет. То есть мы подходим или нет, сейчас узнаем. Вообще худший вариант, какой только может быть. Ну, я понял, значит, мы так встаем, то есть мы... Он забивает уже точно, да? Так, здесь мы проталкиваем, да, тебя? Здесь удары сложные, да? То есть у тебя один в один куб, ты не будешь бить. Здесь, скорее всего, он ударит. Не, надо вставать и молиться, что он на рывке не затащит. То есть бить ему негде вообще, в принципе. Да даже здесь я не хочу бить сейчас. Еще сам себя покалечь. Скорее всего, он просто побежит, да? То есть... Ну где? У него нет ударов. Сюда удар в один куб. Но, блин, на восьмой ход надо забивать. Я бы не бил вообще никем. То есть если так глянуть, да? Где у тебя? Очень хочется сюда ему ударить. Но вообще нет никаких вариантов. Да. Единственное, здесь можно подойти, да, два куба ударить. С блоком. Сколько тут? Пятое движение. Раз, два, три, четыре, пять. Да, то есть можешь сюда подойти, блицануть, подойти здесь, чтобы ударить с МБ сюда. Все. Да, не нашел. Ну, и еще один. Хорошо. А теперь мы расчехляем клавсу. Да? Теперь мы начинаем работать от души. Вначале нам надо сюда, да, ударить, чтобы здесь дать ассист. Пошло дело. Теперь мы бьем в МБ. Пошло дело. Да, но мы, к сожалению, бьем не так хорошо, да, как это делает наш товарищ.
Тут повалили тоже красиво. Куда блицевать будем? Блицевать будем сюда. Добежим, не добегаем, да, одну клетку. Очень жаль. Но рывок я делать не буду, да, не буду жадничать. Ну и вот, мы сделали столько же ударов, да, а толку никакого. По сравнению, что он нам сделал, там, выбивание травмы. Ну давай, Митюха, хоть на тебя надежда. Тебе как раз 2 очка надо до уровня. Да. Сколько раз мы ударили? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6 ударов и... Причем из них 2 с клавцей. И ничего. Давай хоть здесь сломай что-нибудь. Да, сломал. Проверяй, сломано. С хороших новостей этот нокаут не встал, да, это как-никак гард МБ отбор. У меня, кстати, тоже, да, нокаут не встал, то есть мы еще и в меньшинстве... А, нет, мы... Сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, мы в меньшинстве играем. Ну, замечательно. Ну, надеюсь, сейчас проредим немножко, да? Назойливый судья, это что? Угу, понял тебя. Ну, не самое страшное, что могло быть, конечно. Давай вот этого с поля уберем, и уже будет попроще. Убрали. Проверяй. Даже тут не убрали ничего. Ну, это даже не нокаут, а нокаут. Ну спасибо хоть на этом, да? Здесь надо встать. Я вот прям так встану, да? Что я хочу ударить три куба. Опасненько было, конечно. Пока что отходим, да? Вот этот товарищ может просочиться куда угодно. Ну, лосс отвратительно разбили, да? Спасибо, чтоб хотя бы выбили ему травмированного игрока. В принципе, ничейка, да, то... Надо затянуть и как-то забить. Мой меченосец отдыхает. Скажете, нехер было его подставлять, да? Но с учетом, как он все там прокинул. Вы видели моих 6 ударов и его 6 ударов, как бы. Разница огромная, конечно. Он может что сделать? Сюда встать, этим забежать, ударить, увернуться и помарчить мне игрока. Но это что на грани фантастики, конечно. Куда будешь блицевать, да? Кем? Ну, без МБ он будет блицевать, да? Просто чёрком. А, ну он уже понял. 2 рывка еще. Красава, конечно. 2 рывка. Сюда блицануть, встать, да? Здесь подняться. Угу. Ну окей, я понял тебя. В один куб. Спасибо, без пробоя, да? Что, будем обжимать?
Будем обжимать, да, то есть здесь мы встаем. Нет, вот ты встанешь, да? Очень хочется встать вот так, да? Очень хочется. А если хочется, надо вставать. Вот так вот ударить. Повалить это все дело, да? Подойти. Ну, желательно пробить еще, да, но это такое. Это такое. Здесь ты можешь сюда встать, да? Здесь ты можешь повалить, то есть дать два ассиста, допустим, да? Два ассиста мы дали, а надо три. Ну, дашь три, хорошо, три дали ассист. Ладно, давай вот так встанем. Митюху не трогаем. Хорошо стоит. То есть у него два лежат под ударом. Что он может сделать? Причем без щитов, да? Они ассиста никакого не дадут. Только ты ассист даешь. Чтобы сюда ударить с тобой, да, надо кого-то сюда... А, ну или меченосцем бить. Ну, меченосца нет по МБ. Да, ассист будешь давать. Так. А, ты можешь затолкать и в красный в мяч пойти, да? Ну, это, конечно, будет круто. Повалил еще. Ну, красиво. Да, тут свободное место. Рывки делает, все у него получается. Пока что. Красиво. Ходим направо, получается, да? Прям метюхой, что ли, ворваться? Ага, то есть так, да, ты еще? Ты у нас кто? Ты тебе рывок надо делать, да? Так, ну спасибо, что Митюха побежал, да? Что, сваливаем как бы? Закат, да? Ну, орки, конечно, не гномы, да, они-то догонят. Здесь помарчить тебя или нет, вопрос. Крепкую стойку бы убить, да, вот очень хотелось. Он так будет же испортить мне, конечно. Под Митюху его положим, если он отожмет. Ну, не знаю, будет он отжимать? Да, будет. Ну тогда лежи под Митюхой. А лучше вообще с поля. Отлично. Теперь здесь так помарчить или нет, вопрос, да? Как будто бы стоит. Вот в идеале здесь встать, тогда вообще все хорошо у нас будет. Отлично. То есть у тебя здесь куб один есть, да? Один куб у тебя есть. Но на этом все. Можешь сюда, чтобы два куба, но это минус черт, да? Сюда с рывком можешь встать. У него вот этот товарищ очень далеко, да? Самый такой убийца.
Ты под клавсой стоишь. Очень не хочется, да, стоять под клавсой. Did you know you have a fan club? Have you looked at it, Jim? Ну, орки, да, вот смотри, как он добегает докуда. Единственное, вот этот чёрт, да, как бы медленный, но и этот быстрый. Этим он вообще может ворваться, попытаться вытолкнуть мне игрока. То есть мне прижиматься нельзя к бровке в целом. Ну да, тут он непросто, конечно. И тут по лицу не хочется получать, да, и здесь сверху надо прикрываться. То есть проблемы есть в целом. Пошли рывки, и что тут будет? Блиц здесь, что ли, будет? Два рывка. Сломай себе шею, а? Не сломал, к сожалению. Но спасибо за тройку, да? Если подойдет, меня это, в принципе, устроит. Килобайт задержит его, да? Увернулся. Увернулся неприятно. Надеюсь, ты хотя бы не увернешься. А, ты в красный решил. Ну, так получше. Посмотрим здесь, да, как будто бы... Давай вначале узнаем, что у нас тут. Повалили, отлично. Пошел, да, пробой какой-никакой. Теперь здесь не надо, чтоб ты пробил. Спасибо. Нокаут, замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? То есть мы стоим вот так. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, отлично. Угу. Сюда пока что нельзя, да? Давай я тебя здесь поставлю. Тут встаем. Проверяем Митюху, да? Как у него дела обстоят. Понял, то есть... Митюха говорит, что я в порядке в целом, да? А могло быть получше. У него тут нулячие вообще остались товарищи, да? То есть... В идеале бы двух как-то помарчить, но никак не получается, да? Здесь один на один меня больше, чем устраивает размен. Рывки не делаем, зачем? Если бы Митюха встал, что-то я бы тут еще помарчил, да? Возможно бы вот этого горда, скорее всего, я бы поставил сюда, здесь ударил, да? То есть Митюху бы я поставил на это место, тебя бы, ну, ты бы тут и стоял. Но вот разница в том, что здесь бы у меня не было игрока, у меня был бы игрок здесь. И я бы отжимал двух блицеров и не получал по лицу. Но, к сожалению... Растерян. Смертельно пукнул и обосрался. А ему как-то вообще, да, неудобно. Ну, плюс, конечно, наконец-то у меня пробой пошел, да, тоже приятно. То есть ему уже игроков не так много. Ему как-то налево надо перебегать. И теперь блицевать он, скорее всего, будет бросающим, да. У него МБ нет из хорошего. И, но ему и придется его подставлять, да, в какой-то момент. Потому что Сэмчик-то залетит. Сэмчику ассист надо, и все, и пошел. А терять такого игрока очень не хочется. Вот он задумался, стоит ли вообще ему терять этого игрока. Ну, понятно, да, что он тут помарчит самого слабого, чтобы один на один. Здесь даже может попытается уклониться потом. Потому что это единственный вообще такой у него жесткий блиц. Но нет, да, будет блицевать.
бросающим. Повалил неприятно, да? Подойдешь? Ну вряд ли. Вставлять он его не будет, скорее всего, вот этого подставит, да? Нет, не подставляет. Но здесь ударишь или все-таки будешь мальчить не игроков? Да, будешь мальчить. Окей, понял. Здесь бьем. Отлично, давай убьем его нахрен. Мы убили, да? Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Митюху можно вот так поставить как-то, да? Тебя можно здесь поставить. Можно так поставить, да? Или сюда даже. Ну, когти как будто бы вот так хочет ее поставить. Здесь дадим ассист. Здесь тоже, наверное, да, Митюхе дадим ассист. Right, может, когти надо было, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, сюда может зайти. Я уже забиваю без рытого, без рывка, да? То есть, в принципе, мне где-то здесь и надо стоять. Два рерола, реролов много у него. Три. На самом деле, да, у меня не такое преимущество, всего плюс два игрока. Не могу прям сказать, что у меня тут... бешеное преимущество какое-то. Здесь ударю. Тут освобожу игрока. Тут, конечно, неприятно, да, но в принципе. Размен блок на гард. С учетом, что у меня больше игроков, мне выгодно разменивать игроков. Ну, понятно, да, он этим будет блицевать все время, постоянно валить меня и отходить. Преследует. То есть ва-банк пошел. И здесь марчишь, да, игрок мне, ловцу. Я понял тебя. Здесь-то мы освободились, конечно. А, уклонение еще. Но если уклонение, это, конечно, другой разговор. Но на самом деле, кстати, вот это ошибка, да, такое ощущение. Мы встаем точно здесь. Тут у нас удар точно тоже. 1-2. Это надо реролить. Потому что мне игрок нужен. Так, здесь встаем, да? Здесь, кстати, можно вот так оставить на самом деле.
Тут как будто бы сюда подойти. Выглядит интересно на самом деле. Тут мы просто встанем. Как будто бы тут есть кое-какие проблемы у меня, да? Слушай, это отбор. А, нормально. То есть тебя мы оттолкнем. Это кто у нас? Простой, да? Ну зачем лишний удар делать? Не стоит. Ну, в принципе... В принципе, нормально у нас тут все, да? Кубов мяч я не вижу. Ну, кроме вот этого удара. Но это мы сейчас исправим. Ты как добегаешь откуда? То есть смотри, ты сможешь ударить здесь. Мне кажется, просто сюда встать. Сюда встать и так прикрыться, да? Можно так прикрыться, ты никак ничего не сделаешь. Давай здесь посмотрим. Раз. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть. Ну, там какие-то чудо-кубы есть. Ладно, сыграем на верочку. Но сейчас я назад отошел, да, и мне надо делать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один этот рывок, то есть мне надо подходить следующий ход. Сюда не хотел вставать, здесь четвертая сила. Но, скорее всего, он сюда ударит, да? То есть тут у него один куб из-за моего защитника. Тут я отжал левую сторону, то есть я налево уйду, скорее всего. У него три игрока всего стоит. Из них два ВКонтакте. И один, который может ударить в один куб. Ну вот теперь в два куба он может ударить. Сюда ударил два куба, сюда блицанул, да, как будто. Поставил игрока на забивание. Что, в принципе, ну, как бы. Почему нет, да? В один куб сюда может толкнуть, да? Если здесь он толкает, то сюда может ударить. Если здесь не валит, то на этом все заканчивается. Если валит, ударяет с блицом, марчит мне меченосцы, допустим. Одним игроком, вторым игроком. Это особо ничего не решает, конечно. The teams are backed by the powerful greater clans. So you have clan sky. Уклонения здесь у него нету из-за моего отбора, да? You lost me after Bob, Jim. Don't talk to me for the next few downs. На 15-й ход, я уверен, он будет в клетку вырываться в козла. Прям гадалки не ходи, поэтому надо будет поставить игрока. А, он даже сейчас пошел, посмотри, что он какую дичь творит. Ну, конечно, окей. И в руки, да? Странно, что не в руки мяч упал. 5-5-3-4-4-3, да? Ну, тут у него было 2 плюс, потом тут у него 4 плюс, 3 плюс. Опять он начал там творить дичь, да? Ну, базара ноль, конечно, так по прямой забегать. Ну, здесь у меня удар есть. Угу. Это круто. Спору нет, конечно. Что у нас здесь? Один куб, да? Тебя надо на этого толкать, товарищи. Шестерочка, отлично.
Теперь здесь надо кем-то ударить, да? Козла сюда надо будет поставить. Один-один, здорово. Players can barely speak. Hello, right. You should know. You've interviewed enough of them. A good coach always uses the right player for the right job. Так, ну на забитие у меня есть, конечно, но это кубы меня чуть-чуть из себя, да, вывели. Не то, что вывели, точнее, а выбили. Так, тут тебя мы отталкиваем, да? Тут мы марчим этого ниндзя. Тут пробуем подобрать 50%, почему нет? Если мы не подберем, что будет? Если мы не подбираем мяч, он падает сюда. Нет, он смотри, сейчас мы не подбираем мяч. Мяч откатывает в этого орка. Ну, он ловит, как один из вариантов. Второй из вариантов, он падает сюда или куда-то сюда. И как бы на этом все. Самое обидное, склавцы мы ударить не можем теперь. Ну, подбирать надо, пытаться ролить, да, 50 на 50. Подобрали. Соответственно, можно и уклониться тогда, да? То есть уклониться сюда. Ну, как я и говорил, он опять будет в эту клетку врываться. Но если я уйду сюда, допустим, да? Или вот сюда. Это у нас блицер, да, и он опять будет херачить. То есть, мне кажется, выгоднее вот так вот уклониться. Да? Думаем. Здесь ему сколько надо? Вторая ловкость минус 3. Да, минус 3. Это не 2, плюс 5 плюс ему надо. Без рерола из-за того, что у меня отбор. У него реролов нет. Я думаю, стоим. Это лучше, чем встать сюда. Он увернется и получит один куб. Потому что здесь у него будут красные кубы удар. Как будто бы так. Погнали. Давай еще Азика покачаем. Посмотрим его врыв. Он один раз уже класс показал, да? Я думал, на этом ходу он будет врываться. А он решил пораньше заняться. То есть минус 3 у него. 2 плюс, плюс 3, это 5 плюс. Без рерола. После чего удар красный. И оттолкнет сюда, допустим, да? И тогда еще здесь красный будет. Хотя, если тебя подводит, да, то это один куб получается. Да, в один куб может ударить. Здесь и в один куб. Но в один куб уже не так приятно. Странно. Мог сделать один куб себе. Ну, почему-то решил не делать, да? Или ты хочешь... Но все равно странно. Да, непонятно. Даже два куба он мог сделать. Раз, два, три, четыре. Ну, тут миллион кубов надо было прокинуть. Но с учетом его кубов, почему бы нет, да? То есть одного защитника сюда поставить, это плюс ассист. Тобой помарчить этих двоих. А, ну ты решил все-таки так бежать, да? А, ну тут один куб. Да, но этот, в принципе, вариант попроще на самом деле был. Ну что? Двух единичек не бывает же, правильно? В принципе, у него все игроки уже лежат. Ну надо, хочется ударить, да? То есть вот так ударить. Сколько мне надо? 4, 5, 6, 7, да?
Или так куда? Ладно, давай так. Ну, я знал, что мы не повалим, да, поэтому, в принципе, этими двумя воинами и был план ударить. Ладно, здесь. Ну, хотя азиком, да, ударить хочется. Так, и вот у нас еще один защитник, да, появился. Еще один защитник. Килобайту может все-таки убрать этот скилл, да, и начать заново качать, и выкачать ему тоже защитника. В принципе, с защитниками мне нравится, с козлами, как первый скилл. Он тут сейчас вот помогал не кисло, да, где тут воин и козел просто постоянно избивают двух игроков. Те встают, ты их бьешь. Ну, когда-то травма должна прокнуть, правильно? Без дополнительного. О, бесплатная взятка. Он может пофалить викинга спокойно, да? Мне только викинга здесь жалко. Нормально. МБ пережили. Странно, что не с трех кубов, да, он начинает. Непонятно почему. Сейчас будет с трех кубов, да, бить? Угу. Здесь мог дать ассист ударить. Потапыч. Потапыч — это еще один защитник, кстати. Что, давай пасово, и все, и расходимся. Вражда, единичку выкинул. Не заработаешь ты одно очко опыта. Ну смотри, да, и фалит он викинга. Удаление. Нахер с поля, бля. Что за игра? Да чё ты взятку даешь? Все, игра закончилась. Соберись, друг. Все. Отлично. Победили. Сколько? 32 очка. Мы в мастере. Наконец-то. Смотреть прямой эфир появилась кнопка. Не знаю, что это значит, но смотреть прямой эфир мы сейчас не будем с вами, да? Зорг наконец-то МБ выкачал. Потапыч. Самечку далеко. И Митюха прям очень-очень с трудом, да, этих кровью и потом просто добывает он эти очки себе. Угу, ты у нас был временный персонаж, да? Но с учетом, что ты 2 очка заработал, окей, посиди пока, посмотрим. Так, дальше. Дальше у нас тут интересные вещи намечаются. Потапчу тоже берем щит. 2 защитника, да, это интересно. Угу, тебя сюда меняем. Маргур, 3 пальца. МБ, наконец-то. Еще одно, да? Приятно. Может, почаще будешь лица ломать. И выглядит, что все, да, то есть, не знаю, килобайт мне это безумие не нравится, то есть я не пользуюсь им. С другой стороны, 10 тысяч стоит, да, то есть, и когда-то там на краю, может, он, если кто-то встанет, сможем вытолкать. Он у меня в запасе, походу, вообще сидел всю игру.
Да, тебя, если ты вернешься, заменим на Маргура. 1750. У нас всего 250 тысяч осталось. Не так и много, да? Здесь, кстати, возможно вообще скиллы никакие не брать, да, только вот есть показатель на роллинг, а взять какую-нибудь броню, чтобы была 10 плюс броня, да, за 10 тысяч. Звучит как план. Но усилились неплохо. Получили МБ, получили защитника, да. В принципе, команда уже убивательна. Да. Не убивабельно, а убивательно. То есть здесь вот нам нужен этот... Сколько уже опять тоже матчей. Мы не можем альфу вкачать защитник. Надо им как-то гол забить, я не знаю. Здесь тоже 4 очка. Но это уже все в следующий раз, да? На сегодня все. Всем спасибо. Все молодцы. Давай посмотрим напоследок, на каком мы месте уже. 94 место, да? В соточку вошли. Ну, 94 это не наша цель, да? Наша цель топ-10. Колян прям на черках жарит, да? Посмотри, 34 победы, 10 ничей, 5 поражений. 2300. Охренеть. 1800. Что тут за убийца? МБ блок. Гард. На каждом, да? У него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гардов. Смотри на этого тролля с обороной. Охренеть. Защитник, блок, оборона. Мне б так жить, да? И все целехенькие, кстати, да, еще орки. Только минус броня, а у одного, но это не так страшно. У гобосов менее пасовать, что вообще им пофиг, да? Особенно с Ники Гиту. Этот товарищ с Джаггернаутом красные кубы выталкивает за поле игроков. Ну и меченосец с движением, да? Седьмая скорость. Чё там тролля? Это авантюрно. Я бы посмотрел на самом деле за клином, да? Ну это команда убийц вообще. Выглядит очень жестко. Диамет. Топ-2 это Руба-БЛ. Руба-БЛ, Руба-БЛ. Груцифайр это просто русский чел. Руба-БЛ, Руба-БЛ. Из 7 человек, да, топ-7, 5 русских. Колян, Ситар, Груцифайр, Диамет, еще раз Колян. Охренеть. Еще кто-то есть? Кристал Хантер, это нет. Здесь уже никого, да? Ну вот так вот. Крутфай вроде в Америке живет, я не помню. Русскоговорящих, короче, 7 человек. Все. Всем спасибо. До скорых встреч.